Добрый день! Представляю вашему вниманию вот такой интересный инструмент конца 80-х годов. В то время как советские космические корабли бороздили просторы Вселенной, советские инженеры не теряли времени и восполняли то, что было огромным дефицитом. То есть полностью отсутствовали итальянские кнопочные аккордеоны, и вот они сделали на базе немецкого аккордеона с итальянскими голосами суппито, кнопочный аккордеон, у которого диапазон больше, чем у суппито. У суппито 41, а здесь 45. Итак, это аналог топового итальянского аккордеона с сломанной декой.